У предстоящей всероссийской сельхозпереписи теперь есть свой талисман. Члены жюри Росстата рассмотрели 374 заявки после строгого отбора на всеобщее голосование. Были отобраны 70 работ. В итоге победил рисунок, где сноп пшеницы предстает в одушевленном образе. Изюминка рисунка – яркий василек. Пока у персонажа нет ни имени и ни истории, организаторы мероприятия предлагают всем принять участие в создании легенды. Талисман – неформальное дополнение к официальной эмблеме Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая начнет свою работу с 1 июля 2016 года.